На перекрестке Индустриального и Уфимского шоссе пассажирский автобус маршрута номер 74 вылетел на тротуар и застрял в деревьях. Подробности случившегося выясняются, сообщает сайт proufu.ru. В Башкирии столкнулись легковушка и грузовик, погибла пассажирка. Авария произошла на 32-м километре трассы Уфа-Оренбург. 29-летний житель Хайбулинского района ехал на ВАЗе 11-й модели. Недалеко от поселка Булгакова он налетел на попутный грузовик ЗИЛ. Его 34-летняя пассажирка погибла до приезда скорой. Еще двоих пассажиров, в том числе 14-летнего подростка, увезли в больницу, сообщает «Комсомольская правда». В Челябинской области под Ошой произошла страшная авария. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Рено Премиум». В результате аварии пассажир легковушки скончался на месте происшествия, а водитель получил серьезные травмы. Сейчас за его жизнь борются врачи. Как стало известно, причиной аварии стал факт, что водитель превысил допустимую скорость на данном участке дороги. Причем автомобилист получил права 5 месяцев назад, сообщает сайт proufu.ru.